Ну что, продолжаем наши кругорейсы. Смотрите, красавчик какой стоит, да? Нас чистый, на асфальте. Ждет замены пятаков. Каких пятаков? Башмаков. Потому что некрасиво смотрится. Сильно, сильно, видите, высоко. Пока не загрузишь, очень сильно высоко. Тут гвоздь, он у меня какой, уже тоже лет, тысячи лет. Ах, красивчик. Кормильчик. Наклеечки все держит, все ровненько. Тут что-то кривая это была. Все, выдвигаемся. Договорился я по солярке. Петербурга захотелось. Да он тысячу лет не пил. Колеса он все в пыли, блин. Ну ладно, второй кругорез сделаем, потом ополоснем. Смотрите, какой у нас план действий. Мы едем, едем, едем. Сейчас грузимся. Потом едем, заправляемся. Потом едем, выгружаемся. И у меня уже обратка есть. Сразу же. Загружаемся, поедем днем. Наверное, поедем по бесплатке. Хочу прокатиться по бесплатке, потому что нас загрузят, как я понимаю, рано. Это будет время обеда. Ну, дома наши. Короче, прямо дома бросил. Даже на стоянку не поехал, потому что че мне туда ехать, да? Мемараторг. Хлоп. Так что я в субботу уже буду дома. В воскресенье отдыхаем, а в понедельник вечером только будет рейс. А чё я сел? Виталя. Виталя реальная масса. Опа. Кстати, болты не сломала, ничего не ломает. Вот я не спорю ни с кем, мое мнение. На нее, на заднюю часть рессоры, нагрузки никакой. Поэтому ее и не сломай. Нагрузка на передний болт. Вся. Смотрите, самолет. Самолет. У нас тут все, и самолеты, и машины. Соляркой будем заправляться, значит, сейчас по 38, на обратке по 35. Мне понравилась солярка эта. Прям качественная солярочка. По 35 на грузовом, по-моему, или он гаражный проезд. Дом 4. И мне удобно, выгрузка и загрузка у меня на гаражном проезде. Все в одном месте гружу, выгружаю и гружу. Опа. Зальемся. И он на ней, вот на Газпроме коптит. На всех солярках он коптит под нагрузкой. А на этой он таким сизоватым, что ли, так сказать. Ладно, поехали, надо к Ваньке заскочить. Одну штуку отдать и мусор выкинуть. То у меня там после выгрузки осталось мусора километр. Так. Чтобы никто там сзади у нас не пристроился. Как говорится, рейс начинается вроде неплохо. Взял солярку по 35 Газпрома, 60 литров, правда. Но мне больше и не надо, потому что я договорился ночью, но тут выход новый на солярочку нашел. Ну как нашел, подсказал Антоха, спасибо ему. Вот мы, короче, заранее звоним, и на той же брендовой заправке нам подготавливают, подъезжаешь и заправляешься. Я там заказал 180, и здесь 60 чехов. Блин, надо было ковбоя подвести, да? Чех этот 180, здесь 60. И сколько останется, в Питере добью по 35 вот этой вот, которой, на которой мы сейчас. Которая мне в принципе устроила вообще за 35 рублей. Так что едем дальше. Ну все, выдвинулся, как всегда у нас. На работе, блин, задержали. Ё-моё, как говорится. Так, что произошло? А ничего. Я заправился, 190 литров. Спасибо. Татнефть будем испытывать. Блин, не видно, да, полный бак. 190, плюс у меня в канистрах я залил Газпромчика на 60. Посмотрим, как покажет себя Татнефть. Ради интереса, баки были пустые. Короче, все четенько. Двигаемся. Теперь нам надо, блин, проехать вот эти пробки все. МКАДовские. Если честно, перекусить охота, взял салат, блин.
от Однефти. Тормозаем. Небо и земля, конечно, Стеллекс и Фомарка лодки. Очень качество. Ну, торможение совсем другое. Он ровненько, четенько, предсказуемо тормозит. На Стеллексе можно было нажать, а он опа и едет дальше. Ну, короче, не тормозил, плывет. Сейчас посмотрим, короче. Веса мы везем 2 600 тонны. Не тонну нифига. Ну, ничего страшного. 2 600. Короче, ездим как газелька. Только объемная. На завтра у меня подтвержденных 3 загрузки. Есть еще 4-я. Но я боюсь ее брать, потому что такие же палочки, которые как мы везли, вот ее боюсь брать из-за того, что боюсь, что я не успею выгрузиться. Потому что выгрузка не у нас у дома, а в Дзержинском. У них там предзавод тоже стоит. Так что хрен его знает, как лучше поступить. Я думаю, буду отталкиваться завтра. Как и что. Просто с 4-й загрузкой было бы вообще круто. А так пока там на 25 я, по-моему, насобирал. Что-то такое. Ладно, едем. А в Питере, блин, подъезжаем к Питеру. Дождь покапал. Все, осень. Дождливая осень началась. Еду не один, еду с Максом. Сзади Макс едет, попозже покажу. Сейчас остановимся, его мерсик со спалочкой. Аккуратненький, четненький весь. Тоже 814, но со спалкой. Сейчас через 100 километров день тормознемся. Друзья, остановились с Максом умыться, сходить. Голову помыть, умыться, уже подъезжаем к выгрузкам. У нас рядышком даже выгрузки. Смотрите, просто 2 белых красавчика. Тачкам, да, по 30 лет. Ну, блин, вот у него прям круто смотрится. Прям мне нравится. Прям спалочка, труба четкая сделана. Тоже дисочки все. Астера. Ничего не бьет, так что, смотрите, трубень какая. Как от фуры. Точно такой же мерс, только со спалкой. Ну и будка у меня 6.05-6.10. Тоже на пневме. Тоже резиночки вон разбиты у него. Смотрите, как лист подложен. Между. Не знаю для чего. Мне нравится, как смотрятся колеса. Как батоны. Из-за того, что крыло маленькое стоит. И он прям дутуши такие по крылу. Короче, как люблю я все. Лист подложен у него вот здесь. Из-за этого, мне нам кажется, не... Бля, у него подушка большая какая-то, да? У меня меньше. Запаска перенесена тоже нормально, потому что бак стоит, 2 бака. Модная будка. Что это, джангл, нет? Тоже вся красивая. Сейчас Макс придет. Может, разрешит нам... Он прицеп возил. Разрешит нам посмотреть в салончике. Просто в аккурате тачка. Для езды милое дело. Первый раз тоже Максон едет в Питер, посмотрит. А, это не Джанго, это Ахерман Фрюхау. Что впереди, сколько рессор? 1, 2, 3, 4. 5-й такой. Ну, 2 подложены. Ну, короче, прям в аккурате. Красавчик. 814 тоже без турбины, без ничего. Едет с такой же скоростью, как у меня. Короче, очень удобно. Тоже как перешил за пятак, да, Макс? Макс стесняется. Скажи всем привет. Всем привет. Коллега, недавно начал работать. В принципе, ты доволен грузоперевозкой? Конечно. Ну, но только лицо у тебя не радостное. Мы просто устали, мы всю ночь пилим. По пробкам. Тоже аккуратней, колоночки, обшивочка. Все то же самое, даже цвет такой. Это какой год, Макс? А, вот то же самое, так у нас 91-й. 30 лет тачка, вот смотрите, как выглядят. Конечно, плюс есть со спалкой. Вот он сделал сиденье за 5000, да, вот у тебя в Саратове. Блядь, вот небо найти, ребят, подскажите, где в Москве мне сделать. Вот тоже было, как у меня, съедено вот так с собакой. Прикольно, прикольно, конечно, да. Спалка – вещь. Так, господа, выгрузились. Ёб твою по голове.
вообще жесть, конечно, тут заезд и выезд. Ну, как всегда, в принципе, меня стреляет на выезды и заезды, это нормально. Так, все, выгрузился, еду сейчас. Надо долить чуть-чуть топлива. Чуть-чуть сейчас. Малеха долью. Тут же у меня, грубо говоря, вот я сзади разгрузился, тут же у меня основной груз первый. После заправочки. Надо его как-то разместить, чтобы нам... Я, короче, взял все-таки четвертую загрузку. Надеюсь, я все успею выгрузить завтра. Прям на... очень сильно на это надеюсь. Потому что дело такое. Это, во-первых, взять-то я ее взял. Я очень сильно надеюсь, что я успею их загрузить. Потому что все загрузки рядом, прям на районе. Вот, вот она первая сейчас будет, основной груз. Чуть-чуть правее две других. Но если я в эти две других приеду, я не успею на четвертую, получается. Поэтому мы сейчас грузимся здесь, потом дуем 50 километров в Сертолово, загружаем там профиль. От Сертолово мы выдвигаемся в Колпино. В Колпино загружаем два палета, а потом через дорогу от Колпино, Федоровское, по-моему, поселение, нам надо забрать еще один палет и две столешницы. Мягко говоря, неделю я заканчиваю что-то сильно бурно. Это мягко говоря. Потому что я хрен знает, как все успеть. Ну, будем стараться. Так что, как говорится, вперед. Давай, зеленый, зеленый. Короче, как всегда, забираю свои подъемники. Вот так подставили. Как-то? Ну, куда? Давай, забирайся. Да вон их можно вперед туда навалить. Сверху столешницы будут еще. Куда? Сюда, в промежность? Да. Там, если что, я передвину. Или за по, направо. Да. За угол туда. Короче, это так. Поедем дальше. Это, как называется, как я фуру грузил, да? Просто закидали херни какой-то. Будем надеяться, что она не упадет. Тут болт держит. Короче, нормально. Блин, это нечто. Собирать. Опа. Собирать, блядь, эти догрузы. Да у меня тут такой трешняк. Вот эта херня падает вечно. Уже пришлось ее связать. Подъемники, мебель. Тут поставил так, чтобы, как если упадет вот эта штука, она не закоцала. Тут у меня водичка, какие-то морсы, морс клюква. Два палета, там коробки, жесть. Ну хорошо, благо дело, все по дороге выгружать. Ой, все, в Твери в 10 утра первая выгрузка. Потом Алтушка. Молтушка на МКАДе, прям подъемники, самое тяжелое выгрузим. Потом в Дзержинском палки выгрузим, железки. И поедем в Подольский склад, мы выгрузим водицу. Короче, вообще трешняк такой, конечно, я так намучился. Весь грязный, можно стираться. Сейчас выйду, помоюсь, вот здесь у меня 5-литрушка есть. Ну что, опустился он, как всегда, конкретно. Не, морда как стоит, все четко за это. А жопа просела прям. Ну ничего, сейчас потихоньку по дороге, с дорогой будет он у нас подниматься. Так, что делаем? Поехали. Са, газу. Так. Бля, тут карточку какую-то дали, блин, еще. Я хочу выехать помыться вот здесь, встать где-нибудь. Потому что на платке не будет места мыться. Охранник ленивый, хер выйдет. Мне сказали сидеть только и все, больше ничего не делать. Ладно, все, сейчас помоюсь. Доки сдам. Ну, пропуск. Ой, еду, короче, перекусываю. Блядь. Думаю. Че, отсосал? Думаю, все.
откуда же у меня силы ехать-то? Уже не спал-то фиг знает сколько. Ну, пока едется, едем. Светло еще, можно чуть-чуть протопить. Надо обязательно сейчас помыться, вон где литрушка стоит. Переодеться. И спать. Вот не помню, шорты взял или не взял, блин, испачкал шорты. То завтра, по-любому надо сегодня помыться, потому что завтра весь день разгружаться ездить, чтобы более-менее себя чувствовать чистым. Минус, конечно, платки. Блин, ну сделайте вы душевые. Пусть они будут платные, но они будут. Чтобы люди могли помыться. Только парковки сделали. Короче, как-то так. Вот. Дом на колесах, что ли? Ну-ка. Красавчик. Ладно, что катим? Так, что катим? Расскажу вам, что по грузу, чтобы захейтили. Вот это 4 загрузки, они все по пути у меня выгрузки. Тверь, Алтушка, Дзержинский и Подольск. То есть все домой. Я еду просто по пути домой и останавливаюсь, выгружаюсь. Короче, собрал я за 30-ку. Это цены я вам называю не безнал, ничего. Безнал можно еще больше собрать. Это чисто наличка. Можно было еще докидывать, там диваны были прям в Крёкшино. Но я говорю, я с этим грузом, мне непривычно так собирать. То есть надо учиться. Сильно много затрат, сил тратишь. Покатайся, это не легковая машина, все-таки грузовик. Тяжело. Я думаю, еще тяжелее будет это все выгружать. Так что, как-то так. Я думаю, за 30-ку можно, да? Помучиться чуть-чуть. И чтобы выходные отдохнуть, блин, я просто буду спать. Так, друзья, вот я и на выгрузке. На первой Твери будем выгружать вот в кухне Артел. Проверим груз наш, что не упало. Все четко. Тут что у нас? Ну немножечко съехало, там картончик держит. Тут все завязано. Отлично, все на месте. Как говорится, все доехало. Сейчас забирают у нас вот этот палет и вот эти штучки. Смотрите, какой низкий. Просто четенько. Так, а мы пойдем позавтракаем. Там Додо пицца, по-моему, есть. И будем дальше выдвигаться. Почти доехал, но есть захотел. Короче, взял тут чудо. Байцы, картошечка, какой-то, это булочка, не знаю, что. Ехать надо, блин, еще 3 выгрузки. Ну, что делать? Сейчас покушаю и попрем дальше. Короче, дрюкаешь, блядь, это самое, блядь, профиль этот просто из... Измучил всем мозг. Пришлось его переложить сначала сюда, потом туда, потом сюда. Все, последний подъемник обратно наш. И снова переложим. Да, поставим посередине уже. Последний подъемник и этот. Соки наши. Это будет 4-я наша точка выгрузки. Ехать мне до подъемников там что-то в районе 50 минут. Так что, ой, до подъемников. До профиля выгружать 50 минут ехать. Там они быстро выкинут, и мы с двумя палетами поедем в Подольск. Айвека, я ее, по-моему, уже снимал. Продается все, Формула 91. Короче, там вот Мерсик Ман продается, Скания. Стой! Хе-хе, пойду посмотрю, что там. Разгрузился, в общем, железками тут, они вот там лежат.
делают перекрытия вот такие под пеноблоки. Ставится снизу, заливается цемент, два пеноблока и цементом. Вот стяжка перекрытия получилась. Такое предприятие тут все. Так, перелил канистры, то у меня солярка что-то закончилась. Перелил 60 литров. Полбака, ё-моё. Так, все. А, что, куда я тороплюсь? Надо навигатор открыть. Выгрузка у нас в Подольске. В Подольске. Подольска. Блять. Ладно, буду смотреть. Едем в Подольск, последняя точка выгрузки. Время, значит, 4 часа. В принципе, быстро из-за того, что суббота. Видели АТЭК 8-палетную? Вот он, что значит реф. Я тоже уже подумаю о рефе, но, бля, я не готов. Столько ответственности лишней. В принципе, меня устраивает. Плюс я любитель. Побольше, побольше длину. Но зато на ней удобно. Смотрите, она 8-палеточка прям. Прям компактная. У меня даже запаску некуда ложить, потому что прикреплено у него. Зато удобно, везде можно проехать. Хрен знает. А стою я, короче, в пробке, блядь, на последнюю точку. Вроде сейчас рассосется. Блин, ну я короткую... Я видел короткие тыгры, но 8-палетки. Я примерно так посчитал. 2, 4, 6, 8. Да по-любому 8-палет. Прикольно. Плюс реф – это возить тяжелые грузы. Тяжелая неохота. Я сейчас вез тоже, блин, что-то. Сейчас вот тонна 200 вообще шикарно. Как сварка. Вот это его прям масса. Симферопольская, блин, шоссе. Вечный ремонт. Думаю, странно. Что-то нету грязи, ямы, гравийки. Вот она, последняя выгрузка. Все равно, я говорю, это мое. Каждая загрузка, выгрузка. Вот, вот такая шляпа. Не могли чуть-чуть. Не могли чуть-чуть про асфальта докинуть. Тут прям кропалечек. Вон где-то тут склад. Какой хрен знает, сейчас будем звонить. Все, сейчас взвесим. Не, еще выше надо. Стой, пока эти уходят. Тут почти прям нормально выше надо. Взвесим, сколько весят палеты. Вот эти два. По заявке не были, по 500. Интересно, мне кажется, больше. Чё, это максимум, сколько поднято? Да. Зать, ха-ха-ха. 57 да. Да, а не 500, нихера. А я думаю, чё он такой тяжелый? А вот тот вообще тяжеленный. Тот, мне кажется, должен быть больше, потому что вот я его тяжелее двигал, чем вот этот. Этот мы как-то, он вдвоем легко зашел. 657 с палетом. Зачем? Груз будет перегружаться вон. Там где-то Форд едет. В Крым. Попрет в Крым. Ну а мы, что мы? Мы поехали домой пиво пить. Где он у ворот? Ворота открылись. Ладно, будем смотреть. Второй палет хочу посмотреть. Вот второй мы взвесили. 673 килограмма. Конечно, тонна 300, блин. На морду ложу еще даже не прогибает. А вон он подписал их. 673 и 657. Такие нелегкие.